Всем привет! Меня зовут Андрей, вы на канале Серверок. В сегодняшнем видео я вам покажу, где находится салонный фильтр у большинства, в принципе, машин, мне кажется. Ну, у многих машин. По крайней мере, у меня у Мазды, у Митсубиси салонный фильтр находится, как вы думаете, где? В салоне! Ну, так как я сейчас в натуре блогер, я так что не побрезгую и покажу вам обзор нахождения салонного фильтра в автомобиле под названием Mitsubishi Outlander. Итак, в общем, этот фильтр находится в салоне. А где конкретно? Вот он, бардачок. Вот бардачок я уже снял. Он здесь так просто на клипсах так вставлялся. Да, сейчас покажу. Вот эти на клипсах заклепывался. И здесь такой амортизаторик, такой маленький, который тоже снимается сбоку. Вот и накрепление просто выдергивается, просто вытаскивается. И вот так вот выглядит мой салонный фильтр. Уже весь грязный. Я его уже больше года не проверял. Хорошо, что он еще карбонный вроде бы. Сейчас я его продую. Замены пока у меня не будет. Не был я готов. Да, я думаю, он еще походит. Можно, конечно, и заменить. Сейчас мы его продуем компрессором по-быстренькому. Возьмем. Вот у меня такой компрессор, маленький, почти бесшумный. С обратной стороны. Ну, пылища много тут, в общем. Ну, у нас грунтовка тут рядом, в принципе. Он нормально насасывает чернозема, песка. Как говорится, чик он вис, и он как новый. Компрессора продул, и замена, в принципе, не нужна. Не знаю. Для меня нормально. И собака на страже. Ща. 3 секунды. Так, фильтрон, тритон. Хоп его туда. Потом крышечку. Берем крышечку. Так, и так вот ее, хопа, туда, все, она защелкнулась, потом это тоже защелкнулась, потом здесь так вот амортизатор достали, защелкнули, ну этого Outlander'а, ну разных машин по-разному, все, бардачок, как говорится, запихали, все, так. А, не, он сейчас должен заскочить. Тут вот эта штучка такая. А изначально нужно было так отогнуть. Ну вот. Так, в принципе, у многих машин. Я знаю, вроде, мне кажется, если не ошибаюсь, у Мерседесов как-то там под салоном каких-то Мерседесов. Мерседесы, BMW, не знаю. У японцев, в принципе, так. Не забываем подписываться на мой канал. А у нас, кстати, не про автомобили, а у нас про чеснок и про лошадей. А, ну еще немножко про нас, про караванчики, про наши стройки и про нашу жизнь. Так что подписываемся, ставим лайки и пишем комментарии. Помидорчик уже один созрел. Наконец-то мне мама разрешила. Ой. Я уже чувствую запах, я еще не сорвал, он уже пахнет уже. Помидорчик-то, посмотрите, какой красивый. Какой запах. Слушай, а может тут помидорчик тоже сорвать? Смотри, какие тут красивые, какие тут красненькие. Не? Не? Не, это типа пускай. Не? Ладно. Ну, вроде как бы мягенькие. Ладно, приедем с Литвы тогда. Сорвем.